Нас свой народ, кого будет ценить, кого будет голосовать, мы за ним. А мы точно не знаем, кто как. Это как вам есть, как мне. Народ кого выберет, кого ценит. Вот кого ценит, по вашему мнению? Мы очень простые люди, знаете. Насчет политика мало понимаем. Поэтому я говорю, народ, за кого будет голосовать, мы должны за них. Вы знаете, когда выборы? А? Когда выборы в Грузии? Знаем. Вы знаете? Почему не знаю? Знаем. 15 октября. Да. Там давно. Там Дебели есть. Там Тимур очень даже хороший. Хороший человек. Очень даже хороший. Очень даже хорошо работает. Это... Много чего сделал для нашего района. Даже большинство, который 20 лет не было сделано асфальт, в этом году он сделал нам. Делает, деловой человек, да. И для народа вообще, тоже хорошо. Видно, что есть продвижение. Угу. В этом году. В этом году. В основном, да. В основном. В основном. Очень хорошо. И школы, наши азербайджанские школы, были везде, по-моему, всех. И как они помогают? Что вот делают? Вот, пожалуйста, не проверяют. Раньше даже у нас детей этого не с чем съесть. А сейчас заходили, что хочешь есть. Угу. И педагогов все дали. И кто работает. Все. Тогда там уборщики, на всех чистота. Сейчас даже уборщики не надо. Все дают им здоровье. Вообще новый правительство есть, так что хватит. Доволен. Как фамилия вашего депутата? Фамилия я не знаю. Тимур Пегришвили. Как? Пегришвили. Пегришвили? Да. Проблема. Вот скажите, какой-нибудь помощь он видел? Спросите. Какой-нибудь помощь видел он? Только мне не снимайте. Нет, я не снимаю вас. Dedim ne dedim zavod yok fabrika yok zahmet hadi. Ne neresi zavod? Сегодня что? Да. У меня пенсия. Кроме пенсии это ты. Помощь не дают, меня не дают. А почему? Меня не дают за это, что жена с Азербайджана, ну, прописана. Вы обращались, да, здесь, в местных организациях? Комиссия домой пришла, говорит, должна она отсюда выписаться. Да. Или говорит, разведись. Я говорю, разведись, кто на меня будет смотреть, на мои детей кто будет смотреть? Скажи, давай тогда поженимся. Комиссия мне вот так ответила. Я говорю, ладно, я жену бросил. Жена работает ваша? Нет. У него что-нибудь спортится, вот говорите, 100 лари, ему помощь делают. Вот человек все время же не будет дома так сидеть. Вышел, колесо испортился, он сам должен купить и сделать. 100 лет это во время прежнего, наверное, во время этот Ленина остался эта тележка. Сегодня такие современные, и никто ноль внимания. Кто-нибудь какой-нибудь помощь показал бы. Всем хорошо только о выборах думать. А фактически о людей никто никогда не думал и не будет думать, наверное. Кто ваш депутат района? Я не знаю, правда сказать, я вообще в этих делах очень далеко. Ну, кто депутат района? Он не идет, не встречается с людьми, с населением? Я не знаю. Не знаю. Если встречал бы, знали бы, наверное. Ну. Мы рабы. Мы любим работать. В поле идем, работаем. Нигде работы нет. Не знаю, вот так. Живем пока.